1986 году два Александра, Зудин и Битков, создали в Сарове секцию автоспорта. Оба мужчины горели гонками и мечтали заразить этой страстью как можно больше мальчишек. В секцию приходили подростки, знакомились с ПДД и учились управлять гоночными автомобилями. Андрею Антропову, когда он пришел на первое занятие, было 28. Далеко не мальчишка, конечно, но Александра увидели в нем потенциал и азарт. С 1996 года пришел первый раз в секцию, когда мне было 28 лет. Уже как бы семья, дети уже были. Вдруг что-то решил себя попробовать в автомобильном спорте. Ну, стало получаться. У меня первая гонка была в 1997 году. Ну, у меня там был второе место сразу на первой гонке. Дальше больше. Гонка за гонкой приносили Андрею победы. 12 раз он первым поднимался на пьедестал. В 2002 году получил разряд кандидата в мастера спорта. Вдохновленные результатами ученика, создатели клуба предложили ему самому стать тренером. И вот уже больше 20 лет Андрей наставляет юных гонщиков. Стараюсь детей учить, как быстро ездить, и чтобы ездить грамотно, чтобы машина целая была всегда. И также все это стараюсь им внушать, чтобы они все это ездили и по городу на своих машинах, уже когда станут ездить, чтобы у них все в головах все это откладывалось. Еще аккуратное вождение, и беречь технику, и самое главное – смотреть по сторонам. В секции автоспорта занимаются более 20 юношей в возрасте от 13 лет. Почти у каждого здесь есть именная машина для соревнований. У Марата Мигунова специальный кроссовый автомобиль класса «Супербаги». Его он собрал сам под чутким руководством тренера. На своем баге Марат разгоняется до 140 км в час по грунтовой дороге. Автомобиль безопасный. В нем стоит очень много дуг безопасности, так называемых. Все трубы, все усилено, так что страшнее быть около него, чем непосредственно в нем. Когда ты в него садишься, уже ты все, ты понимаешь, что все хорошо, ты все проверил, твоя команда механиков сработала отлично. Отрабатывают свои навыки вождения юные гонщики каждые выходные на автодроме ДСААФ. Посмотреть на их занятия может любой желающий. Начало в 10 утра. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».